Влад говорит, вдвоем заедем. Ну давай. Багажник у него суровиш. Фух. Поехали. Все, я внутри болида, блин. На нем легче, чем пешком. Идем. Очень уверенно. Ну там гора посложнее, да, получается, чем здесь. Да. Здесь вообще какой-то. Здесь лайт. А тут сюда, наверное, по накатанной, да? Привезли мебель, да? Выбирай диваны, матрасы, кому чего. Ё-моё, слышишь? Так в хорошем состоянии мебель. Ну, матрас, диван берем в лагерь, будем спать в лагере на матрасе. На крышу ложим. На крышу давай диван поставим. Давай его так выйти, наверное. Вот этот, смотри, хороший, вот. Ну, в лагере пригодят. В лагере будем лежать, отдыхать. Мягкий, подожди. А еще маленький раскладной. Блин, был бы слепой, мы все загрузили. Смотри, красота, надо привязать только. Такие трофеи неожиданные тут. Не постанова. Этот книжкой хороший, слышишь? Давай книжкой тоже. Давай наверх. Это же какой-то непонятный, блин. Давай! Давай, он. А куда ты ходишь? На запор? Ну да. Или мне давай? Тебе давай. Нам нельзя утяжеляться. Подождите, подождите, тут Руста мой сорисовый смотрит, блядь. Диван грузили. Загрузились нормально диванами. Стенку будешь забирать? У тебя передка нет, хоть стенку возьми, елки, Игорь. Прием, шиш там. Стой, стой, Ветер. Машина усилена теперь. Нормальная тема. Ты прикинь, это такое забрать, когда едешь на кордон, блин, такую вещь положить в салон. Одного хватит просто, если бы его привязать. Так вон есть веревка. А, есть веревка, да? Конечно, тут мы подготовлены нормально. Смотрите, привет. Кто приехал, привет. Победительная. Кровать нужна тебе? Нет, мы тебе взяли кровать. Кроватку забрал этот, видел, на капоте матрас. На капоте, то я ему положил детскую. Нормально, смотри, тут целая стенка, уголок. Я же говорю, был бы слепой, он бы все забрал. Сейчас на Сундуковском кордоне это все пригодится, да? Да. Вот для этого же. Все, закрепили, отлично. Дальше летим. Так, Макс на переднем приводе. Вон и Яна. Так, идем. Там какая-то горка серьезная, говорят. Ну там было, да, несколько горок. Одна там была такая немножко крутоватая. Ну там подтянут, если чуть-чуть не доедешь. Так, сначала спуск. Спуск тут колея, куда мы далеко не должны улететь. На первой подтормаживай, да, ага. И все. Так, я думаю, да нет, тут не критично. Тут можно вторую и газ. И газу, да? Это суровый пилот. Жесткий просто. Просто жесткий. Влад, тормози. Что там он творит? Смотри, что он там творит. А что он там так буксует? Даже не знаю. Что он там? А, он попал куда-то. В колею попал. А мы вышли, у нас колесики узкие. Ты видел, как ему там сложно было? Классно идем, слышишь, это вообще фантастика. Печка выключена пока, да? Да. Мы сейчас в движении, не холодно, да? Да, не холодно, да. Слышишь, а куда он поехал, влево, что ли? А он нас пропускает. Да, да. Сбил нам ход, правда. Ну ничего. Включаем кондиционеры. Кондиционеры. Да не, ну ты че, это реальный внедорожник, я в шоке просто. Кондиционеры включили, правый климат, левый климат, все открыто, включено. Вон горка, про которую видишь, там хорошая горка. Хорошая такая. Там хорошая. Больше, чем 45 где-то, да? Да, я выйду, чтобы было легче, потому что все равно 100 кг влияет в любом случае. Вот тут, смотри, можно взять кокс, разогнаться. Сейчас. Со мной поедешь? Со мной решил ехать этот пилот. Запорожец. Кого ждем?
Подпер. Маньяк просто нереальный. Тут мои 100 кг. Но я тебе скажу, тут внедорожники не все заезжали, так что... Стой, стой, стой. Держи на тормозах. На тормозах держи. Влад. Ё-моё. Держи на тормозах. Ёханый бабай. Нет. Не хватает заднего привода. Ой-о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 й
это? Это жесть вообще! Стой, я выйду, стой, я выйду! Это жесть! Вы сняли это, блин, это жесть просто! Это просто жестяк, я вам передать не могу эти ощущения, я думал, все уже. Я уже попрощался со всеми. Да это круто, не то слово просто. Влад, давай! Так, цепи одеваем. Это просто, думаю, нафига я сел? Так оно скользко, но не тормозит нифига. Ну да, правильно. Ёханый бабай. Слышь? Так я, когда мы начали вверх лететь, я подумал, что все уже, что мы где-то летим уже над гнездом кукушки, блин. Там? Вы поняли? Еще один водяк приехал, сейчас будет кино еще то. Ой, блин. Макс, помогай цепи одевать. Я тоже тут не подниму. Да подымешься на коксе. Колеса, если спустишь, то подымешься. У меня только передние. Да я знаю. Газовый баллончик, да, смотрите. Вон печка получается. Родная печка, все как было, так и есть. Только перевернута получается верх ногами. А, вот я понял. Вот эта часть так как стояла, вот эта часть только перевернута. И на другие дырки прикручена. Да, свет такой. Вы же не видели, какая тут печка? Блин, ты не представляешь. Оттуда страшно было. Я не знаю, что ты там испытывал в салоне. Что испытывал? Глухонемым чуть не стал, блин. Что испытывал, блин. Сядь, испытаешь сейчас. Ты вместо меня едешь на второй круг. Блин, жесть это вообще. 13-й, да? Да. Прикольно. Так а тормоза где? Он не тормозил. А с горки они же не тормозят передок. Передок легкий. Тормоза придумали трусы. Задние тормоза не тормозят. Ты в этот момент должен сказать, как там, как ты говоришь, серьезный пилот. Да пилот серьезный, это... Жесткий пилот. Жесткий и серьезный, это ничего не сказать, я вам скажу. Слышишь, что-то оно как-то торчит, блин, неправильно. Блин, я думал, вы дальше не будете тормозить, вы так хорошо, не на взлет. Сдевается, блин. Вам смешно, блин. Мне не очень. Кружит задним входом. Эффектно так жестко. Раз, и там возле родины мать приземлились, да? Блин, охренеть вообще. Нормально. В принципе, пошло не так, как вы. Фух, блин, да мы ж тут стоим, он боится просто. Так, ну почти стоит уже, да. Нива с матрасами решила вернуться. Экологически чистый аппарат. Бампер, конечно, очень шикарный. Веталь, так а за сколько ты продаешь ее? Она дорогая или нет? В кредит отдашь? Не, ну с вот этими крышками. Не-не, без крышек. Крышки дорогие. Без крышек? Дешевле ж будет. Ну за 1400 можно договориться попробовать. Да, ну это дофига или нет? А не, нормальная цена. Не, ну смотри, ну пойдем так. Есть вариант, допустим, за штуку, да? Но за штуку это либо она в более-менее каком-то техническом состоянии, и она по техпаспорту, и, возможно, даже без газа. Потому что газ сейчас стоит $150. Минимум. Да. Либо же с документами... В порядке? Ну, уваленную за 1000. Вот. Либо, ну, что-то... Так, а тут хорошим она состоянии? Ну как, ну лакокрасочная, сам видишь, такое было. Не-не, а снизу как? Снизу лонжероны, как? Днище. Не, нормально. Нормально? Не, днище, да, было варено, и складки. Не, ну я имею в виду целая на сегодня. Не, целая. Да? Ну, не, смотри, новая рулевая трапеция, наконечники, шаровые опоры, карданы новые. Сейчас тропа есть, чтобы лендровер не осветили. Цепи почти стоят. Так, а
Женя, нормально доедем, Женя. Я знаю. Да не бойся ты. Так а что, ты заедешь? Нет. На Ниве с матрасами новыми. Я думаю, заедет. Подраскатали, да, чуть более скользко. Сколько было, много снега выпало, ну как много, относительно. И весь растаял за два дня. В натяжку идет. И, ну, Нива. И матраса ему не помеха. Нива есть Нива, конечно, что тут скажешь. Легенда. Может. Вообще в натяжку легко. Так, я с тобой не поеду. Еще и на цепях, блин, без цепей был экшен. А с цепями я представляю, что сейчас будет. Пошел. Цепи работают. Ё-моё. Это шок. Это шок. Вот так вот. И хотите, рассказывайте. Я в шоке просто. Жесть. Вон он наверху, матрасники. Сегодня у нас два матрасника. Сейчас черокеза Макса попробует затянуть. Land Rover боится. Боится? Да. Да не, ну он на переднем приводе просто. Вообще, если он дельфин, то у него семья получается дельфинарий, да? И Тедик тоже. И Тедик, да. На передаче. Он спущен хорошо, как видите. Белый дельфин уже весь грязный, уже не белый. На передаче очень скользко, но он хорошо спущен, цепляет протектор четко. Вот и Леня. Уже нормально они тут покатались, я смотрю, судя по цвету. Сапоги в машине. Ну еще пока рано, на кордоне уже оденем. Да, хорошие места. Вон, красота какая. А летом тут как красиво. Тут всегда красиво вообще на самом деле.